Вызови связь! Капитан, у нас проблема! Док, я в курсе! Они пытаются угнать Химеру! Другая проблема! Я никогда прежде не видел таких показателей! Я буду у вас, как только смогу! Тарлтон, доложите обстановку! Реактор не стабилизируется! Молекулярная структура Терригена распадается, превращаясь в газ! Что-то под нами подпитывает реактор! Это невероятно! Валите его! Док! Держитесь там! Чёрт, корабль так не протянет! Я пытаюсь, я... Тарлтон! Тарлтон! Мстители! Прием! Что у вас происходит? Мстители, прием! Пастух в зоне видимости! Пастух? Мстители, прием! Автоколонна перевозила высоколетальную ультразвуковую бомбу. Противник хочет взорвать ее в городе. Мы падаем. Повторяю, ультразвуковая бомба. Немедленно захватите ее. Абу! Абу! Нет! Ультразвуковая? Это розыгрыш? Разве ООН их не запретила? А ну-ка посмотрим. Эффектное появление. Таскмастер. Нам нужен детонатор. Если бомба взорвется, она уничтожит все в радиусе 10 миль. Что ж, чего мы ждем? Тони, Тор, к тросам! Психа с детонатором беру на себе. Рома! Как один бывший агент кита другой. Не отставай! Ты такое чему научился с нашей последней встречи. Правда? Вот тебе еще один трюк. Я зову его надрать тебе за... Напор моста под контролем! Народ, тут какие-то странные сейсмические показатели. Проголодался. Это я соберу. Знаешь, я надеялся на встречу. Забавно, я о тебе не вспоминала. Сейчас получишь. Неважно, у меня есть это. Черт,
А ну отдай! Попробуй отними! Записываешь, как обычно? Снимай! Ой, да брось! Ты копируешь мои приемы, да? Это называется фотографические рефлексы. Это называется плагиат. Мне надоели твои танцы! Наверное, обидно всегда вставать на шаг. Тебе нужна химера, да? И что ты хочешь с ней сделать? Продать подороже? Мне нужно кое-что куда более ценное. Что же? Не буду портить сюрприз. Силишься понять, что происходит? Сдаешься? Ни за что! Ну и что же тебе удалось выяснить? Что ты явно не мозг этой операции. А еще, что ты хочешь меня отвлечь? Хватит болтать! Трусиха! В чем дело? Не любишь сюрпризы? Этого ты не ожидала. Думаешь, вы победили? О чем это ты говоришь? Оглянись, Романов. Мир запомнит этот день. День, когда герои подвели их. Что происходит? Город рушится. Ты слышишь? Убирайся оттуда! Это... К черту! Нет. Лет назад «Мстители» представили опасную, неиспытанную технологию, что привело к катастрофическим последствиям. Всеми любимый Капитан Америка погиб, предотвращая кражу этой технологии. Погибли и тысячи невинных граждан. На многих остались шрамы со времен катастрофы Дня Мстителей. Сотни заболели, попали в плен странных коконов и, выйдя, обрели особенные противоестественные силы. Неизлечимая болезнь быстро распространялась по всей стране, и хотя и щит, и мстители обещали справиться с ситуацией, конец эре героев положил своим выступлением доктор Беннер. Ваши так называемые герои превратили Сан-Франциско в отравленную газом зону отчуждения. Появились могучие мутанты, сеющие хаос по всей стране. Многие скрываются среди здоровых. Я повторяю вопрос, доктор Беннер. Опасны ли мстители для общества? Да. Объявленные вне закона, некогда могучие герои разбежались. Но из боли родилась надежда. После ликвидации Stark Industries, доктор Джордж Тарлтон, также жертва Дня Мстителей и основатель компании AIM, считает науку ответом на проблемы нашей страны. Хотел бы я знать, что случилось с капитаном Роджерсом, но...
Увы, я был далеко от реактора. Ответов у меня нет, но одно я обещаю. Свой второй шанс я использую, чтобы защитить вас. А им найдет лекарство от болезни нелюдей. Утешительные слова для семей, которых коснулась болезнь. Но правдивы ли они? Многие критикуют методы АИМ. В так называемую армию сопротивления стекается все больше людей. С вами Фил Шелдон с репортажем в годовщину Дня Мстителей. Сами не видят, что творится у них под носом. Ну же, куда же вы делись? Должен быть хоть какой-то намек. Приветик. Если получится, копируй, что сможешь. Мы тебя найдем. Другое дело. О, Ретро Старк. Мы можем поговорить, Бетта? Да, конечно. Через пару часов девочки уезжают в мусульманский лагерь. Ты еще не опоздала на автобус? Сегодня? Мы же это обсуждали. В этой поездке ты сможешь отдохнуть от всего этого. Побыть на воздухе, с друзьями. Наки расстроится, если тебя не будет. Ты прав. Я подумаю. Ладно. Хорошо. Там будет мороженое. О, и главное, там не будет никаких мальчишек. Люблю тебя. И я тебя. Ты не понимаешь. Ладно, что у нас там? Подсказка к паролю. Первая любовь? О! Если... Что? А... Давай, Камала, подумай. О, точно! Блин. Да ладно. Ну нет. Не может быть. Боже, я вошла! Мне просто не верится! Так, все скопировать. Слава эгоцентризму Тони Старка! Что это? Нет, нет! Нет, 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 нет! Накрылся! Точно что-то нашла. Лучше смотреть это в штабе. Надо же, как заволновались. Надо добраться до штаба и посмотреть, что на флешке.
везде эти летающие тостеры. А я молодец. Она прыгает! И... не допрыгивает. Нет, мне надо что-то придумать. Спасибо, что подбросил. Вот так. Кому нужна высокотехнологичная охрана, если только я могу допрыгнуть? Мой штат. Конечно, бардак, но это мой родной бардак. Пусть только попробуют напасть издалека. Руки у меня длинные. А мир был бы в бешенстве, если бы это увидел. Хотя мой братец по любому поводу бесится. Нужен мой ноут. Так, посмотрим. Это Химера? Наверное, запись из реакторного отсека. Доктор Тарлтон. Он же был на капитанском мостике. О, Кэп! Что происходит? Обалдеть! Тарлтон запер его? Это не неисправность. Он убил Кэпа. Боже мой, он убил Кэпа. Что? Танцовщица? О, нет. Парк героев? Даже не знаю. Вдруг ловушка? А если нет? Надо это кому-нибудь показать. Действуй умно, Камала. Отдай эту запись и иди. Сотни выживших были заражены чудовищными болезнями, инфекцией нелюдей.
Привет. Обнаружен представитель нелюдей. В соответствии с правилом о нелюдях, статья раздел 8.2, пожалуйста, оставайтесь на месте до окончания сканирования. Что? Один из них здесь? Спокойно. Не бойся. Впервые иду в парк этой дорогой. Наверное, прямо? Раз Тарлтон врет о том, что был на мостике, кто знает, что еще он выдумал. Здравствуйте, я доктор Джордж Штарлтон, основатель агентства. Суперстальшение! О чем я думала? Вот дерьмо! Не очень изящно, но получилось. Так, теперь к статуе Кэпа. Давно не виделись. В детстве родители постоянно меня сюда водили. А им расчищает место под новую клинику. Тупая идея. Критиковать каждый может. И стенку портить. Все нелюди. Все пропали без вести. Вот из-за чего волнуется Абу. Первый человек, которого назвали нелюдем. Уже 4 года прошло. Отсюда статуя Кэпа видна как на ладони. Подать руку помощи, здоровяк. Кэп давно погиб. Танцовщица? А ну отдай. Эй, ты куда? Домой. Правда? Мы только пришли. Эй, выпьешь? Нет, спасибо. Чего? Скорбишь тут, что ли? Да просто решил мимо пройти, и все. Мимо. Ну же, уходите. Ага. А это зачем? Хочешь, чтобы они вернулись? Мало людей угрохали? Что? Нет. Нет? Нет? Нет. А что тогда, м? От нелюдей прешься? Да ладно вам. Тупые фанаты. Ты в порядке? Смотри, а у него подружка есть. Зак, зацени сумку. Чего? Вы совсем чокнулись? Я просто хочу домой, ясно? Вы что творите? Мой братишка был на дне Мстителей. Написал что-то про Капитана Америка. Да при чем тут Кэп? А вот при том, он стал весь фиолетовый. И его забрали! Эй, полегче. Зак, теперь он мертв! Стой! Он мертв! Я сказала, стой! Валим! Она из них! Не трогай ее! Сваливаем! Чувак, ты живой? Ах!
бежим! Отойди! Что? Ты танцовщица, да? И что мне делать? Ты о чем вообще? Пожалуйста, дай мне уйти. Эй! Надо идти. Если меня схватят, то на этой стене появится и моя фотка. Так, значит, туда мне не надо. Следов объекта не найдено. Блин, сколько их тут? Я смогу вернуться домой? Они знают, кто я? Нужна помощь. Давай. Пойду в парк, встречусь с танцовщицей. Тупица, тупица, тупица. Они не умеют плавать. Ящерицы, я иду. О, нет. Что за гадость? Вроде никого. Предатель не она. И тем не менее. Отлично. Ты очнулась. Ты уж прости, эти синтоиды просто действовали по охранным протоколам. Кража личных данных – серьезное преступление. Моника, не наседай. Что происходит? Куда вы меня везете? В безопасное место. Прости меня. Я знаю, что в жизни я не так хорош, как моя голограмма. Зато акционерам она нравится. Доктор Тарлтон?
самый. Зачем ты взломала серверы? Я ничего не крала. Тогда что ты там искала? Может, лекарство? Камала, а им всего лишь хочет, чтобы мы не были бессильны перед властимущими. Практика показала, безграничная власть опасна, гибельна. День Мстителей тому пример. Тебе повезло остаться в живых. Наши технологии помогут исправить их ошибки. Мы сможем вернуть тебя к нормальной жизни. Я просто угадала пароль, и я не ждала, что получится. Она агрессивна. Инфекция прогрессирует. Что? Я не хотела никому навредить. Конечно. Но вдруг ты снова утратишь над собой контроль? Ну что, если ты ранишь кого-то из близких? Даже мстители поплатились за гордыню. Вы были там? В смысле, когда Кэп погиб? Вы были там? Да. К счастью, Моника нашла меня на мостике. Восстановительная формула спасла мне жизнь. Давай, Камала, сделаем это, да? А им хочет тебе помочь. Я как-нибудь сама. Черт возьми! Схватить ее! Живо! Молодец, Камала. Теперь они знают, что ты из нелюдей. Дура! Чем ты думала, а? Вступишь в сопротивление? Станешь героем? Домой нельзя. Ами, Абу, их же накажут. Что я наделала? Юта. Старая база щита. Сопротивление знает, что делать. Распознал. Вот черт! Без регистрации. Сдавайтесь, и вам не причинят. Ага, сейчас! Прятаться негде. Надо бежать из города. Придется драться. Ладно, вперед! Камалхан! Прошу вас сдаться представителем Аим. Хотите увидеть мои силы? Пожалуйста. Как ты догадался? Рекомендуется бой с ранней дистанции. Это гранаты?
нам не протянуть новым друзьям? Нужно помощи! Просто супер! Все как мы любим! Не помню, но я к этому подготовилась! Прикрой меня. Скажи, что я с тобой в походе. Пока, Джерси.